Новый год не за горами, а это значит, что многие люди закупаются фейерверками, салютами и петардами, не задумываясь о том, что пиротехнические представления для четвероногих питомцев – большой стресс. Услышав громкий звук, некоторые собаки сбегают от хозяев и теряются. Опытные собаководы уже точно знают, что в период новогодних праздников пушистых друзей нужно водить на поводке и надевать на них ошейник с адресом и номером телефона. В момент тогда, когда она испугалась, побежала, неважно чего, фейерверка или еще чего-то, собака не слышит вообще ничего. Поэтому она несется, и когда она выйдет из стресса и проснется, непонятно, и где она будет, она не поймет. Поэтому тут же идут потери. Что и происходит у нас, что мы видим в чатах во всех, потери собак. Поэтому адресники и собаки на поводке. И стараемся гулять в тот момент, когда поменьше салютов. Важно помнить о своих питомцах и наряжая елку. Если дома есть кот или собака, под запрет попадают мишура, дождик и даже гирлянды. Если бы мы уже ставим елки, значит, мы без всякой мишуры и без всяких бьющихся игрушек. Игрушки тоже, понятно, бьющиеся, чем это все грозит. Электричество тоже понятно. Я не уверена, что... Например, тоже опять же по своим посмотреть, я в своих не уверена, что они не перекусят провод от лампочек или еще что-нибудь не сожрут, или я приду домой, а у меня елка валяется внизу. Также Светлана Романова напоминает всем хозяевам, что нельзя кормить четвероногих праздничной едой со стола. Никаких салатов, сосисок, шашлыков, копченостей и другой вредной пищи. Мы едим отдельно, собачка ест отдельно. Собачке можно купить, я не знаю, какую-нибудь вкусняшку, другую именно собачью, и дать ей, пускай она занимается этой вкусняшкой. Иначе я вам тоже, опять же, хочу напомнить, что ветврачи тоже люди, и поэтому в момент праздников они тоже отдыхают. Поэтому если что-то случится с вашей собачкой, не факт, что какой-нибудь из ветврачей придет вам на помощь. Следите за своими питомцами и старайтесь выполнять все правила собаковода. Тогда ваш любимец будет жить долго и счастливо. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.